Большой груз на линии. Вот уже почти трое суток в удачном Мирнинского района работает автопоезд «Тонар». При загрузке на орудном складе создается даже очередь. Слишком необычным его габариты для погрузчика. На опытно-промышленных испытаниях побывала Ирина Балкова. На самом деле губинский гигант поражает своими размерами. 600 лошадиных сил двигатель, двойное остекление, дополнительный обогрев автомобиля, гидравлическое открывание бортов. Казалось, все предусмотрено для северных климатических условий. А вот как поведут себя покрышки колес, будет известно чуть позже. Испытания только начались. Автопоезд изготовлен по специальному заказу компании в единственном экземпляре. Можно сказать, является эксклюзивной моделью горной техники. Да и для самого завода «Тонар» это первый опыт в изготовлении подобного автомобиля. Изначально боязно было. Первые 200 километров как-то вообще опасался. А потом чуть-чуть понял тему и нормально приехали. Ну, недоработок много, конечно, еще. Ну, конструктора сказали, будем бороться. Напомним, в сентябре месяце испытывали тонаровские полуприцепы с тягачом «Скания». В период эксплуатации имелся ряд замечаний. Новые полуприцепы изготовлены уже с учетом изменений в конструктиве. Полизатом что значит? У нас были две поломки. Полуприцепы уже произошли в течение этого времени. То есть это... Завод-изготовитель не учел наших условий, но, правда, они быстро среагировали, привезли самолетом запасные части, мы их поменяли. Эксперимент продолжается. Совсем скоро мы узнаем, какой из трех автомобилей «Скания», «Тонар» или «Вольво» соответствует всем требованиям «Алроса» с учетом климатических условий и особенностями технологических дорог. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».